Доброе утро, дорогие друзья! Я просто... Ой, господи, боже мой, у меня с утра язык заплетается. Я поздравляю с наступающим праздником всех женщин абсолютно, потому что я не знаю, как у нас завтра сложится день. Поэтому заранее всем хорошо провести выходные, весело, достойно, получить подарки, получить цветы, без разницы какие. Я говорю, мне даже нравится просто букет одуванчиков желтеньких. И вот когда начинают говорить, что надо такой букет, такие там, такого цвета там скомпоновать, это красиво, я понимаю. Надо рассчитывать еще и на суммы, которые есть у людей. А в принципе, женщины, мне кажется, любой женщине приятно совершенно любые цветы, какие бы вы ни подарили. Ну что ж, у нас сегодня среда, 7 марта, у нас тепло, вчера было очень, плюс 15, и сегодня, завтра и на праздники нам также обещают благоприятную погоду до плюс 20, может быть, куда-то выберемся, поедем, может быть, что-то будем делать, не знаю. Но сегодня на быстрый завтрак я решила приготовить в форме запечь порезанный багет. Для этого мне понадобится, собственно, багет резанный, копченая колбаса, можно вареную колбасу, полукопченую, можно ветчину, сыр, помидоры, сливочное масло и смесь яйца с молочком. Промазываю каждый кусочек сливочным маслом, немного. Я их буду по очереди, потому что все сразу не поместятся. Так, теперь на, видите, неправильно сделал. Теперь на этот, на каждый кусочек укладываю сыр. Ой, сыр, простите, колбасу. Ну, я же говорю, я уже праздную. Укладываю колбасу. Теперь мне надо порезать помидор. То, что я ненавижу делать. Тоненькими колечками нарезаю помидорки. Так. И прослою, на каждый кусочек положу помидорчик. Так, и теперь вот так вот. Так. Ох, что-то какие-то они у меня толстенькие получились. Ну, ладно. Как получились, так получились. Сейчас покажу, как. Вот таким вот образом я их складываю. Ну и вот так вот все я выложу, чтобы они поддерживали друг друга и не разваливались. Так, вот такая вот у нас получилась штука. Теперь мне надо натереть сыр. Я, наверное, буду прямо сюда натирать. Духовка включена, естественно. Нагревается она у меня. Это тоже быстро все готовится. Так, теперь берем смесь молока с яйцом. И промазываем. Заливать я не буду, потому что размокнет все, пропечься не успеет и будет черт знает что. Ой, простите, нельзя так говорить на еду, но мне кажется, будет не очень хорошо. А вот так вот промажем все, чтобы оно и сухое не было. И сверху засыплю сыром и отправляю в духовку. Так, засыпаю вот так вот сыром, обильно. Саша не возражает, сказал. Так, ну, выглядит, во всяком случае, симпатично. Этот сыр надо подобрать, а то он сгорит первым делом, расплавится. И вот эту вот красоту отправляем в духовку.
ребята, достаточно быстро, выглядит достаточно симпатично, думаю, и вкусно. Не знаю, в общем, Саша сейчас будет пробовать, скажет. Но получились, в принципе, горячие бутерброды, только очень оригинально уложенные. И такие они компактненькие, в общем, удобно их кушать будет. Ну что ж, приятного всем аппетита, удачного сегодня, последнего рабочего дня. Вы же там смотрите сильно на корпоративах, не заморачивайтесь, потому что дома вас ждут жены и хотят видеть вас красивыми и трезвыми. И с подарками. В общем, всего хорошего, хорошей погоды, настроения, здоровья, удачи. В общем, всего-всего-всего. Приятного всем аппетита и до следующей встречи. Друзья, всем привет. В общем, ну, видели, как все это готовится. Такие получились, как мини-бутерброды. Один получился большой бутерброд, а когда это по отдельности, то это выглядит как мини-бутербродики вот такие. Вот такие вот, видите, красота. Ну, про вкус, понятное дело, я ничего говорить не буду, все примерно знают вкус горячих бутербродов. Просто я, например, очень люблю. Поэтому для меня очень вкусно. У нас, ребята, еще большое событие, мы наконец-то наладили. Почему не выходил стрим? Потому что у нас тут были некоторые проблемы с интернетом. Ну, как не проблемы, в общем, меняли мы роутер. А когда его поменяли, мы четырехпортовый на восьмипортовый поменяли. А когда поменяли, он оказался с заводским браком и перезагружался. Ну, тогда, когда ему хочется, вроде как интернет есть. Но в тот же момент, то есть, не стрим провести, ну, ничего такого длительного делать не получалось. Поэтому вчера мы поставили новый роутер, я его поехал, поменял. Взял новый, поставили, вроде как все работает нормально, поэтому в ближайшее время стрим будет. Ну, в принципе, это все, что я хотел по интернету сказать. Вот так, с колбасой хочу кусок. Очень вкусно. Ну, тут, в принципе, нечему быть невкусно. Ну, на этом все, ребят. Вот такой у нас быстрый завтрак. Как всегда, быстро и вкусно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в новых роликах. Все, ребят, пока!